Ну, причина сегодняшней неудачной игры. Тяжело говорить. Причина. Вообще просто не знаю, понятно. Сейчас команда творится. Понятно, перестановки тренера, но здесь не в тренере дело, наверное. Что в игровом плане, может, в коллективе, да. Что не идет ничего. Попали в такую ситуацию, и нам не выходить, наверное, из этой ситуации. Сложно что-то делать. Ну не мог же одновременно 11 человек провалиться, да? Ну, не все 11, понятно, проваливаются. Бывают индивидуальные ошибки, но не у всех бывают. Просто сейчас, я говорю, очень сложно говорить что-то, как из этой ситуации выходить, что будет сейчас в ближайшие 2-3 дня, да, допустим, будет перестановка. Ну, кто бы ни был тренером, в любом случае футболисты виноваты, играют футболисты на поле, и нам в этой ситуации, наверное, надо собраться и выходить. Счет 0-4, можно сказать, что Спартаку еще очень сильно повезло? Не сдевалки задержались так долго, обсуждали игру или что? Нет, просто мы долго. Денис, физически как команда себя чувствует? На поле видно, как себя чувствует команда. Физически и вообще. Может быть, что-то в зимней подготовке было нарушено? Не знаю. Сейчас вот просто сыграли было, и все. Потому что сложно говорить, ребят, все равно. Ну и последний вопрос. Ситуации, да. Мы первыми. Впервые, что 4-0 так проиграть, вообще отвратительная игра. По-вашему, что может изменить эту ситуацию, исправить ее? Сами футболисты, коллектив. Несмотря на 0-4, да, игру так и болельщики не умолкали с первой до последней минуты и не вызвали удивления, что они именно поддерживали. Удивило, если честно. И хотелось бы поблагодарить наверное, болельщиков, то, что они нас приехали такой армией, да, поддержать и подвели, что я думал, что будем справляться и чтобы за нас не стыдно было.